Почти все картины Кустодиева веселые и яркие, как народные ярмарочные гуляния. В них нет печальных и замысловатых сюжетов, нет даже грустных состояний природы. Художник всегда увлекает зрителя в придуманную счастливую жизнь и праздничную кутерьму. «Мои картины я никогда не пишу с натуры», — говорил он. «Это все плод моего воображения, фантазии. Они производят впечатление действительной жизни, которую, однако, я сам никогда не видел и которая не существовала». Полотно «Купчиха за чаем» написано в ту пору, когда в послереволюционной России царствовали голод и разруха. Но даже в то время, будучи больным, художник мечтал о красоте, обилии и достатке. Так за установленным яствами столом появилась дородная, пышущая здоровьем женщина. Картина представляет собой иллюстрацию российского провинциального быта. Фронтальность композиции подчеркивает незыблемость совершаемого ритуала. Как правило, в купеческих домах чаевничали после обеденного сна. Действие разворачивается не столько во времени, сколько в пространстве. Отсюда подчеркнутое внимание к мелочам и окружающей обстановке. Роскошный натюрморт в нижней части холста и пейзаж на дальнем плане прорисованы довольно тщательно. Фоном для портрета купчихи служит не только пейзаж старой Москвы, но и жанровые сцены. С левой беседки точно так же чаевничают соседи. Взгляд зрителя направляется за счет плавных линий, ведущих по обнаженным плечам от края холста к центру, где находится лицо с губами, которые обведены ярко-красной помадой. Если внимательно присмотреться, то народ купчихи указывает также носик стоящего на самоваре заварника, рука с блюдцем и хвост трущегося о плечо кота. Отставленный в сторону мизинец – манерный жест, характерный для мещанского и купеческого сословия. Колорит картины повышенно декоративный. Все красочное решение строится на использовании различных оттенков нескольких цветов – фиолетового, голубого, зеленого, желтого и красного. Они представлены на приколотой к платью купчихи овальной броши, которая напоминает миниатюрную палитру. Обилие чистых и ярких цветов пятен создает ощущение аляповатости, что вполне гармонирует с присущей купечеству безвкусицей. Насыщенность тона достигается за счет техники лессировки. Фактура картины ровная и гладкая, очень похожая на эмаль.